4 ноября ульяновцев приглашают на праздничное шествие, всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия» и «Ночь искусств». В администрации Ульяновска прошла пресс-конференция, посвященная Дню народного единства. Профсоюзы Ульяновской области в этом году выступили инициатором проведения торжественного митинг-шествия 4 ноября, потому что профсоюз – это организация, которая на сегодняшний день объединяет очень большое количество тружеников нашего региона, представляет их интересы. Традиционно главным событием Дня народного единства станет праздничное шествие, которое стартует в 10:00 на площади 30-летия Победы. Сбор участников начнется в 9:00. Ветеранские и молодежные организации, трудовые коллективы, студенты, почетные граждане региона, официальные лица города и области пройдут единой колонной по центральным улицам города. Продолжить празднование можно будет, переместившись с улицы во дворец культуры губернаторский. Там центральным событием станет гала-концерт конкурса «Поющая России». Начало в 12:00. Благодаря поддержке и администрации самого всего народа Ульяновской области и не только области, теперь уже понимаем, конкурс продолжает жить и развиваться. Ведь песня, она младшая сестра молитвы. И когда люди поют вместе, они в каком-то духовно-эмоциональном пространстве, душа наша соединяется, и мы становимся более доверчивы друг друга, сплоченнее, и распри отсутствует. Отдохнуть от трудовых будней и отметить общероссийский праздник жителям и гостям города предлагают всей семьей. В библиотеке представят тематические выставки рисунков и презентации краеведческой литературы. В школах, домах культуры будут организованы праздничные концертные программы с участием городских творческих коллективов. «Единстве наша сила», «Согласие, единство, вера», «С любовью к Отечеству». Подышать свежим воздухом и духовно обогатиться можно будет во всех городских парках. Там запланированы развлекательные, спортивные и игровые программы. Провести активно можно будет не только день, но и вечер. Будут подготовлены программы в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году главный слоган акции «Искусство объединяет». И очень символично, что всероссийская акция этого года проходит именно в день 4 ноября. В преддверии праздника в областном центре пройдет более 200 мероприятий, в которых будет задействовано свыше 40 тысяч человек. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.